Всем здравствуйте! Вечером 6 февраля госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом во вторник сообщили многие издания страны. Операция прошла успешно. По сообщениям знакомых с ситуацией источников, фигуристу ампутировали обе стопы. К сожалению, медикам не удалось зачистить мертвую часть ткани. Сейчас Роман Костомаров находится в сознании. Врачи делают регулярные перевязки и берут анализы. Роман Сергеевич находится под капельницей, температура после хирургического вмешательства постоянно меняется. К огромному сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей. Поделился подробностями источник. Семья спортсмена по-прежнему на связь не выходит. Илья Авербух также отказывается от любых комментариев, касающихся состояния здоровья Костомарова. Напомним, Роман Сергеевич попал в больницу 10 января. По слухам, фигуристу стало плохо после купания в проруби с температурой. Сначала спортсмена подключили к аппарату ИВЛ, потом ввели в медикаментозную кому. А несколько недель назад Костомаров пришел в сознание, но у него развился сильный сепсис и начала прогрессировать гангрена. Будем надеяться, что врачам удастся спасти руки спортсмена. Рома, держись. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.